Девушки бывают разные, черные, белые, красные. Именно так поется в одной известной песне. Пожалуй, у каждой представительницы прекрасного пола хоть раз в жизни возникало желание кардинально измениться. И не просто поменять цвет волос, но и получить грамотный уход. Любимчиком топовых салонов был и остается бренд Estelle. Эта компания является одним из ведущих российских лидеров в сфере производства профессиональной косметики для волос. А началось все в далеком 1999 году в Санкт-Петербурге. Будущий генеральный директор Лев Охотин работал в группе менеджеров у одного крупного предпринимателя, вкладывавшего деньги в различные проекты и их развитие. Одним из таких проектов оказалась парфюмерно-косметическая фабрика, которая через год, благодаря стараниям Льва Охотина и его коллег, вышла из кризиса. Тогда он задумался о возможности создания собственной компании по разработке и производству косметической продукции. Он хотел разработать и выпустить на рынок отечественный продукт высокого качества по разумным ценам и начал работать в этом направлении. Традиции и инновации, многогранность и собственный стиль, функциональность и эксклюзивность, искусство и наука, душа и технологии, люди и их эмоции. Вот что такое Estelle, что двигало нами, что дало импульс начать. Мечта о том, что можно сделать людей счастливее. Эта мечта вдохновляет нас 365 дней в году, каждую секунду, и воплощает в работе каждый миг. Нам нравится создавать новое, и все-таки жизнь Estelle не гонка за инновациями. Главное – это количество эмоций на одну инновацию. Сегодня в Санкт-Петербурге два завода Estelle выпускают более 1000 наименований товаров разных ценовых категорий. Краски для волос, бровей и ресниц, маски, шампуни, средства для ухода за кожей, продукты для мужчин, косметика для детей и многое другое. Дилерская сеть марки насчитывает более 150 организаций в России, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Армении и других странах ближнего зарубежья. В 2011 году открылись официальные представительства в Германии, начались первые продажи в Польше. В 20-летней годовщине бренда создатели марки приурочили открытие собственных розничных магазинов. Они так давно стали открываться авторские салоны Estelle, предлагающие высококлассный сервис и отражающие концепцию бренда. Сегодня таких студий уже три. Они находятся в Санкт-Петербурге. В настоящее время по всей России работают 18 учебных центров Estelle, в которых можно как обучиться парикмахерскому искусству с нуля, так и повысить профессиональный уровень. Estelle активно сотрудничает с популярными телепередачами. Так, компания была официальным стилистом шоу «Танцы со звездами», «Битва сезонов» и «Холостяк» на ТНТ. К 2017 году выручка компании достигла 7,5 миллиардов рублей. И это еще не предел.